Всем привет, дорогие друзья! Я знаю, что вы нас потеряли, но пока я видео так выкладываю. Но вот сегодня хочу показать, как, короче, покупка к школе. Сразу говорю, купили не все, будем покупать частями. Самое необходимое пока сегодня взяли, но пока еще не на всех. В первую очередь покажу. Оксана себе выбрала вот такой вот рюкзак. Дальше. Мариночка себе выбрала вот такой вот рюкзачок. Я ей предлагала другой, но она говорит, мама, я хочу с совушками, поэтому выбрала себе такой. Потом Маша себе нынче решила опять снова сделать дневник, и поэтому она себе выбрала вот такой дневничок. И Оксана себе такую тетрадку взяла. Но это еще не вся из тетради, потом покажу еще что. Дальше. Так, это чья? Это Машина блузка кашколе, вот с такой вот надписью. Обычная белая рубашка. Взяли вот ей такую рубашечку кашколе. Потом еще будем покупать постепенно, так как не все сразу. Дальше. Короче, тут целая куча носочков разных набрали. Девчонки все выбирали. Я не выбирала, поэтому это найковский у нас светолюбитель. Потом такие носочки. Еще вот такие вот носочки. Вам, наверное, плохо видно, да? Ну, извините. Я не знаю, как телефон поставить еще, чтобы он лучше показывал. Такие носочки. Где еще носочки? Такие вот носочки. Где-то еще были носки. Не могу найти. А, все. Да, все. Тут и Ване, и Марине, и Оксане, Маше, Свете. Короче, вот так вот носков набрали. Дальше. Показываю дальше. Света с Машей себе выбирали лосины. А, не лосины, а как они называются? Света, иди сюда. Как это называется? Короче, бриджи. Вот что-то наподобие бриджи. Света взяла такие оттенок. Светло-серый, ну, темно-серые. Они, это бриджи, да? Лосины. Лосины. Да, вот такие вот с цветом. Как показать? Вот так вот цвет лучше показывается. Это Светина, да? А эти ты, Маша, брала? Да. И вот такие вот обычные черные Маши мы брали. Они выбирали себе сами, я только оплачивала. Все, дальше. Ходили, смотрели сарафаны. Мне нравится вот наши, помните, в детстве мы ходили сарафан и фартучек. И я нынче решила детям тоже такие взять сарафаны. Первый сарафан это Оксане. Вот такой вот обычный коричневый сарафан, темно-коричневый такой. И к нему идет вот такой вот красивый фартучек. Вот скажите же, вот наша раньше форма была куда лучше, чем вот сейчас вот эти вот современные формы. Ну, по качеству, даже по качеству они отличаются. У нас раньше ткань была такая плотная, а здесь она такая тоненькая-тоненькая. Ну и фартучек, короче, это мы Оксане взяли. Дальше. Один у нас еще, вот еще один пакет. Сейчас покажу дальше. Вот эту юбочку я взяла Мариночке в школу. Марина, не прыгай, пожалуйста. Мариночки. Марина у нас нынче идет в первый класс, поэтому как бы ее полностью одевать надо. Дальше вот этот вот топ взяла у меня Светик себе. Найк. Ну, она любит Найк все. Если у меня Ильюшка, он любит Адидас, то Света любит Найк. Егорка, он как-то найти и Найк, и Адидас, ему без разницы что. Дальше, потом вот эту вот мы взяли Оксане. Белая футболка просто в школу. Или Маша, это не помню. Нет, Оксана, по-моему, это брала футболку. Мариночки к юбочке мы также взяли вот такую вот блузочку беленькую. Обычная белая блузочка. Тут немножечко такие рюшечки, но это еще отпарится, и все будет красивенько у нас, девочка. Поэтому вот так вот взяли. Дальше. Так. А, нет, та футболка была Машина. Точно. Вот Оксанина футболка. Обычные белые футболки. И Марине футболочка в школу. На физкультуру. И на белые футболки черные шорты. Дальше. Обычные черные шорты я вот такие вот взяла.
Это Марине и Оксане. На 8 лет и на 9 лет. Поменьше, которые Марине, которые побольше Оксане. И Марине я купила тоже такой же сарафан, только черный. Она захотела черный, она не захотела синий, она не захотела коричневый, она захотела черный сарафанчик, вот такой вот аккуратненький, маленький. И он полностью застегивается на замочке, вот полностью, понимаете, от низа и до самого верха все идет замочек. Марине такое нравится. Ну вот взяли такой сарафанчик ей. К сарафанчику идет такой красивый фартучек. Сразу вспоминается наше детство, да? Помните, когда мы ходили в таких фартучках? Напишите в комментариях, у кого были такие же сарафаны и фартучки. Вот я бы хотела, чтобы в школу вернулись именно вот эта вот форма. И поэтому у меня нынче многие дети захотели такие. Тут также идет воротничок, но Марина сказала, мне его не надо к платью приделать. И на рукавнички для сарафанчика. Дальше у нас, ребята, будет все обувь. Вот такой вот пакет с разной обувью. Но в первую очередь покажу свою обувь, которую я себе тоже взяла. Как вы знаете, у меня болит сильно нога, опухшая, отекшая. И я не могу никакие ни балетки одевать, ничего, потому что на опухшую ногу они просто тяжело одевать. И я себе взяла обычно такие вот белые кроссовки. Да, я знаю, что вы скажете, Настя, но они ни с кем платьем не будут сочетаться. Но да мне по барабану, если честно. Я мерила на больную ногу. Не на здоровую. Я всегда меряю на больную ногу, чтобы посмотреть, как оно налазит. Поэтому вот эти вот кроссовки, они мне хорошо подошли. Я взяла их в распродаже всего за 599 рублей. Даже на подошве написано 599 рублей. Поэтому будем носить с удовольствием. Я знаю, что вы мне напишете, что Настя, это уже такую обувь неудобно. Мне пока в ней очень удобно. Дальше. Эти, по-моему, у нас Маша выбирала. Да, это Маша у нас выбирала вот такие вот кроссовочки. Она у нас любит вот такие вот все. Светлые цвета, светло-розовые, светло-фиолетовые. Но вот у нас это Маша такое вот носит. Ей нравится. Она сама себе выбирала, там очень много обуви в магазине, она выбирала. Вот да, вот ребенок любит такое. Я не могу запретить ей взять, потому что я им сказала, выбирайте себе сами. И обувь они выбирали себе сами. Кто что выбрал, тому я и купила. Вот такая вот красота у нее, светленькая. У нее наподобие сейчас тоже есть кроссовки, которые она носит. Мы ей летом еще брали. Маша вот такие вот взяла себе. Так. Света сейчас упадет. Держи пакет, пожалуйста. Где чьи? Вот это Оксанина, да? Да. Оксана себе выбрала вот такие вот туфельки. Тут такой бантик идет. И на липучке они застегиваются. Это 36 размер. Она померила. Были как-то 36, одни мы померили, они маленькие. Светлые, да, мы мерили? Угу. Тоже 36, но они оказались маленькие. Они, видимо, которые больше мерят, которые маленькие, да, наоборот. Да. Ну, вот такие вот Оксаночка себе туфли взяла. Подошва у них небольшая, как бы вам показать, чтобы видно было. Ну, вот такие вот она взяла. Дальше. Это у нас Мариночки мы туфли взяли. Вот с такими бантиками тоже. Они похожи немножко, но они не сильно похожи. Видите, вот они разные. Я не знаю даже, как вам показать, чтобы видно было. Ну вот они разные. Туфельки у Марины тоже небольшой каблучок. Я не стала брать с каблуками обувь, потому что зачем? Чтобы дети, не дай бог, ноги не сломали. Ну да, тут Света шуршит. Извините, она обувь достает, чтобы мне удобнее было. Вот такие вот туфельки. Дальше. Это чьи? Война. Так, это Маринины. Мы брали на физкультуру кроссовки. Марина в них, ей неудобно бегать. Она у нас бегает, кстати, очень быстро. Она в садике на соревнования бегала. И ее очень многие похвалили, что она быстро бегает. И Марина любит вот такие вот тряпичные. Ну, вот так же, как и Оксана. Вот такие вот они нежно-розовенькие такие кроссовочки. Какой это размер? 35-й. Потому что будут спрашивать, а у Маши, кстати, какой размер? Какой Маша? 38. А у Оксаны туфли какой размер? 36. Так, это Маринины. У Оксаны 36, а у Марины какой 36. размер? 32. Так, разобрались.
Это Оксанины. Мы тоже взяли наподобие, только поярче. У нас Оксана любит поярче обувь. Ну, ей ненадолго хватает, потому что она ее извозюкивает так, что потом ничего не, никакая машинка не отстирает. Эти обувь размер 32 размер. Ну, такие вот взяли ей обувь. Дальше выбирала все света в колледж, чтобы носить где-то что-то. И взяла на себе вот такие вот, как они называются? Белые кеды обычные. Обычные белые кеды. Ну, вот такие вот кеды. Не знаю даже, как вам показать. Но вот на моей, мне сейчас вот с моей ногой я бы не смогла. Да, они мне нравятся, но я бы не смогла носить. Ну, вот такие вот. Дальше. Размер. Все это... А, размер. Да, размер. Вы будете спрашивать, у Света 40-й. У мамы 41-й, у Света 40-й. Птичка от яблоньки недалеко упала. И я им также покупала канцелярию в Соликамске. Там есть магазин Office Mag. Вот, кстати, пакет оттуда. И что я им в Соликамске брала? Вот такой вот альбомчик для рисования. И вот такой альбомчик для рисования. Они у меня любят с собачками всякое такое. Обложки для тетради. Потом Марина, как вы знаете, у нас идет в первый класс. Я взяла вот узкую линейку под наклоном, которая именно идет линеечку. 5 тетрадок. И обычные. Сейчас покажу. Тут просто упаковка запечатанная. Я сразу упаковку из 20 штук взяла. И обычная узкая линейка без наклона тоже. Я взяла целую упаковку, потому что Марине надо будет много. Поэтому я взяла на всякий случай. Это чисто Марине на тетрадке. Вот это вот сразу целая стопа Марининых тетрадок. Дальше. Что я им брала? Взяла два дневника. С мягкой обложкой, потому что они были дешевле. Вот такой вот дневничок с совушкой. Это для Марины. И вот такой с авокадо для Оксаны. Вот такие вот два дневничка, так как они младшие классы, им дневники нужны. Дальше взяла тетрадки две толстых. Это вот такие вот, одна с розочкой, она, знаете, так переблескивает красиво, и с кошечкой. Тетради постепенно будем покупать, у нас еще с того года, да, остались тетрадки. И взяла вот таких вот тетрадей. Это у нас в линеечку. Тут сколько? 5 штучек. Вот с совушками. Из природы взяла тетрадку, это в клеточку. Тут тоже 5 штучек. Пока вот такая вот вся закупка у нас произошла. Но в общей сложности у нас вышло на 15 тысяч, не считая концтоваров. Чистая одежда у нас сегодня, да, на 15 тысяч только ушло. Это вообще какой-то кошмар. Ну вот. Как-то так у нас получилось. Сарафаны вот эти вот дорогие, но я рада, что вот такие вот сарафаны начали опять выпускать, что с фарточками. Напишите, кому вообще нравится такая одежда с фарточками. Но мне нравится. В целом, вот такое вот видео вышло. Не знаю, понравится вам это или нет, но пишите ваши комментарии, ставьте лайки или дизлайки. Не знаю, как. В целом, скоро расскажу, что вообще у меня происходит. Завтра мы со Светой едем в Соликамск, нам надо делать остатки документов, сдать, ну, там, на удостоверение, да что сдать, и в целом, как бы, все. Буду в Соликамске, там есть один магазин хороший, там постоянные распродажи. Вот я хочу в Соликамске детям еще присмотреть юбочки, блузочки, колготочки. Буду уже все покупать там постепенно, и буду привозить сюда им обновочки. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Всем говорю пока-пока, всем желаю крепкого здоровья и всего вам хорошего.